Сегодня я стал помощником шерифом Тотстером из Банбана. Ну и помимо того, что я научился арестовывать кого угодно, я получил несколько невероятных способностей. Например, я могу выбивать вещи из кого угодно при помощи своей полицейской дубинки. Но получится ли у меня объяснить, чего я хочу? Ведь самая главная проблема заключается в том, что меня абсолютно никто не слышит. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Ну а мы начинаем. Ну что ж, ребят, вот я и заспавнился в мире в теле шерифа Тотстера из Банбана. Но вы мне скажете, Скретч, ты же недавно им становился и троллил Фласку. Да, было, но в этот раз я решил ей помогать. Дело в том, что у меня для этого есть очень много крутых способностей. К тому же они все новые. Как вы помните, у меня есть дубинка. Так вот, теперь я при помощи этой дубинки могу выбивать из кого-нибудь деньги. То есть, допустим, стоит корова. Я такой, корова, если ты мне не дашь денег или чего-нибудь еще, я тебя посажу. Я просто пинаю ее дубинкой, и из нее выпадают какие-то вещи. И все, она помечена. Теперь я не могу ее арестовать. Потому что если я ее арестую, то все, у меня заберут вот эту TNT и так далее. А это мне дали как раз таки за то, чтобы я не арестовывал эту корову. Так, ну полицейский значок по классике кидаю, допустим, в корову. Все, она... Ну, она не должна была помереть. Короче, она ослепла там немножко, и все. Ну и, конечно же, мои любимые наручники, чтобы я мог сажать всех. Так, ну да, так как мы помогаем Фласочке, мы сейчас к ней придем, надеюсь, она не злится за то, что мы в прошлый раз ее троллили, потому что в этот раз мы будем работать на благо деревни. Опа, вон я ее уже вижу, стоит, что-то там крафтит, наверное. О, розовые овечки! Овечечки сладкие мои, я пришел. Какого фига ты опять меня нашел? Я только переехала из того прекрасного дома. И опять ты. Так, я с добрыми намерениями. Так, подождите, давайте постучим в дверь и подарим ей динамит. Откуда ты знаешь, что я люблю TNT, а? А, да в смысле, откуда знаю? Это единственное, что мне выпало. Так, нужно ей показать. Пойдем со мной. Ты что, смотришь мои видосики и знаешь, что я королева TNT? Ты что меня трогал? Алло, Сейчас я ей все покажу. Допустим, нам нужно найти какого-нибудь жителя. Или, о, так, на. Во, вот этот фермер по-любому нам подходит. Да, вот, садись. Меня украли, меня украли, меня хотят убить, похитить и попросить выкуп. Нет, ладно, давайте ей принесем жителя и будем все показывать наглядно. Я думаю, тогда она точно поймет. Так, мистер житель, пойдемте с нами, пойдемте. Я покажу, что я исправился, стал самым крутым шерифом. И теперь работаю максимально честно. Фласку не буду арестовывать, само собой. Также давайте подойдем и постучим к ней в дом. Алло, полиция? Тут какой-то ненормальный мне это, жителя принес в подношение. Так я и есть полиция, я полиция. Так, вот, я достаю наручники. Да куда? Вот, я показываю наручники. Вот, видно? Чё ты прыгаешь? Ты чё, нафига ты ко мне пришел? А ты хотя бы это, постучался ко мне в хату, либо ты... А ты ноги вытер! Да вытер, вот, вытираю. Офигела, мой ковер вытирать ноги? Это не для того, чтобы вытирать ноги! Это для того, чтобы ходить по нему голыми пяточками. Вот, смотри, что у меня в руках. Уходи! Я понял, так, ладно. Житель просто свалил. Открой! Алло, 911, у меня тут ненормальный перед окнами. Да, загадил весь ковер. Да открой дверь, дай морковку хотя бы дам, она точно поймет, что я добрый. Он ломится ко мне в дверь, что мне делать? Подорвать дверь? Хорошо, вот. Поняла. Видно же, что в руке. Нет, не подрывай дверь, не подрывай. Вот. Ты уйдешь? Алло, 911, его даже TNT не пугает, что мне делать? Вот. Притвориться неуравновешенный? Я... Ладно, это я пойду, пожалуй. Оно помогло! Спасибо вам большое! Да, оно ушло. Да куда? Оно ушло! Не уходило оно, блин! Ёшкин-матрёшкин. Вот, я просто возьму этого жителя, братан, и сейчас все покажу. Во-во-во-во-во! Оно наконец-то вышло! Так, постучи в дверь. Оно опять ко мне пришло. Смотри! Видишь наручники, видишь? Ну и нафига ты жителя ко мне притарабанил? Чё ты хочешь меня? Она меня бесит, она меня не понимает. Житель, не убегай. Так, в загон тогда жителя закину. Вот, теперь он отсюда никуда не убежит. И у меня есть наручники. Но он говорит, нет, не сажай меня. Вы чё пришли? Вы чё, черт, вы ушли отсюда? И зачем жителя сюда посади?
купил, оно тут лишнее. Так, вот, смотри, смотри, ща. Нужно показать, я его бью, и с него выпало ведро снега, видишь? Зачем бьешь? Он аж бедняга под себя снегом сходил. Да каким снегом? Да нет, нет. Ой, ладно, ладно. Вот, слава богу, я калитки умею открывать. Это самое крутое. Все, житель, ты мне больше не нужен. Давай, вообще, может тебе это отфигачить? Все! Я помогу! Обратно! Бороться обратно! Я помог! Вот, я помог! Ты что, решил мне сегодня одолжение сделать? А вот это можешь убрать? Ладно, уберем. Я имею в виду, превратить это вот в это. А как я это сделаю? Нет, не могу. Ладно, нет, не могу. У меня лопаты нету, ёшкин ты кот, что делать? Во-во-во, пойдем, пойдем, сейчас тебе будет лопата. Куда от меня ведь? Меня опять, 911, меня опять похитили. О, деньги, деньги видел. Так, не-не-не, смотри, вот я ее ставлю вот сюда. Смотри, вот свинья, вот видишь, видишь, я ее могу арестовать, вот. А могу? Могу. Пнуть дубинкой, на! Лошадка, нас бери, ты обронила. Да не, куда побежала, куда? Хлеб возьми, хлеб возьми. Не-не-не, это мне дали хлеб, чтоб я не сажал в тюрьму. Вот, смотри. Во! На, забирай, ты обронила. Алло. Ой, ты ничего не видел. Я все видел, да? Ну ладно, она и будет так убегать. Так, нужно ее замедлить, нужно ее замедлить. Не-не, не бойся. Понятно, ничего не вижу, что происходит. Где мой трезубец? Где мой трезубец? Вот он, вот он. О, трезубец. Вилка моя у меня. Куда? Вот, давай, давай, открывай. Ай-яй-яй, что ты хочешь? Вот, открывай, я тебя доставка до кровати. Вот, все нормально. Так. Ой, я себя сломала. Можешь вернуть, пожалуйста? Во-во-во, сейчас помогу, сейчас я помогаю, помогаю. Оба! Ой. Ты чё, это моё. А-а-а. Ладно, забирай. А можешь подстричься к моих овечкам? Половина обросло уже. Ладно, ладно, я чё, я в принципе этот, не гордый, помогу, помогу. Во, нормально. Так, калитку хотя бы я могу открывать. Во, на, на. Вот это КФТМ, то, что мне надо. А теперь смотри, я хочу заменить все вот это дерево на вот эту вот шерсть. Ты думаешь, я просто так тут розовых овечек выращиваю? Не-не-не. Издевается, что ли? Ладно, поможем. Ну, в принципе, тут ничего сложного. Сейчас быстренько все сделаем. Шериф, шериф. А, ну ладно, ты пока что делай дело. У меня, короче, просьба такая. Так как ты шериф, а можешь разобраться? А то полицейские в этой деревне мне вообще не помогают. Короче, я дам тебе это. Вознаграждение. Вот, это, как это называется? Премия? Я не премия. Ну, типа, 50% сейчас, 50% потом. Меня, в общем, это... Иди сюда, меня голем обижал. О, крафтэм, еще иду, дубдали. Меня тут это, голем один обидел. Ограбил как-то разочек. Спер все тинти, что у меня было. Можешь разобраться? Вот, я тебе аванс дала, а остальное там потом, только чшшш. Да, хорошо, пойдем разбираться с твоим големом. Я, в принципе, что, шериф не гордый. Я бы... О, потом овечек, кстати, надо подстричь. Но это потом. Нужно сначала... Уже поздно, пойдем спать. А утром мы с тобой разберемся. Давай, 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 давай. Она издевается, что ли? Мне спать не нужно. Я просто посижу, понаблюдаю. Ты будешь вот так вот в углу сидеть, смотря как я сплю? Да-да-да-да. Все какие-то странные в этой деревне. Да, я не странный. Вообще не странный. Я просто стою на кровати, фласки старучник. Ты что, смотрел на меня всю ночь? Нет. А можете мне деньги это заплатить за то, что вы на меня смотрели? А то это странно, мне было неловко. Чего? Мне пришлось терпеть хотя бы за деньги. За деньги, да, за деньги, да. Да что, издевается, что ли? Что это за... О, вот он, голем, вот он, давай. Вот он! Это мой обидчик, это мой обидчик. Короче, можете с ним по-братски разобраться? Ну, по-братски я вообще вас прошу. Попуставлю, он плохой человек. Могу. Вот вам еще пару этих долларов. Вы, короче, как разберетесь это? Там ноги ему по приколу там. А? Ну, я имела в виду, там, ноги переломать, все такое. Ну, в принципе, ничего не мешает. Еще и ведро воды выдал. Давай, что у тебя еще есть? Выворачивай карманы. Тихо. Все, хватит. Он, наверное, уже все понял. Ну что, будешь еще меня обижать? А? Ага. На ушко давай. Извиняешься, да? Извиняешься. Этот все видел. А ну, ты давай тоже за решетку. Ладно, хорошо. Мы с ним подружились. Спасибо вам, шериф. Можете его освобождать. А вот вам остальная часть денег. О, балдежненько. Так, нужно теперь ей показать силу моей дубинки. Смотри. Вот житель. Сейчас выбьем из него все. Да, повернись на меня. Я шериф. Ё-моё, вы все это время смотрели прямо на... Нет. Вы
Бежали мне в спину? Зачем? О. Валера, вот кто спер мое огниво. А ты жопа, сырочка, вот так и знала. Кто-то спер мое огниво из местных. А все потому, что я хотела их подорвать за то, что они постоянно ко мне домой заходят, но это не важно. Опа, там в сундучке подарочек. Это мы все отнесем в фласки тоже. Я сегодня добрый, помогаю. Во, постучим. Что там, что там? Да-да-да-да. О, привет. Стучаться научился. Что это такое? Я всегда умел стучаться. Железный пон. У меня уж такие есть, на. Надевай. О, Марина, вы встали. Та-дам. Вот это ты модный. Да, Майнкрафт немного не приспособлен под радужных друзей. Ой, радужных друзей. Боже, ты же этот. Из компании Банбана, я забыла. У меня железный пояс и штаны. Шикарно. О, это бронежилет, бронежилет. Бронированное пузо с вами. Ой. Что ты там делаешь? Тут, кстати, овечки все отросли. Начальника, я, короче, это... Была недавно такой же, как и вы. И вот в чем вопрос. Можно в ваши ряды? Мои ряды? Да почему бы и нет? Так, нужно... Я тоже хочу бить людей и забирать у них деньги. Чего? Я... Это не мой... Я вообще-то не так работаю. Я самый добропорядочный этот шериф. Ничего не видно. Вот. Нужно ей показать, как это работает. Я вижу фермера. Вижу фермера. Вот. Мы его ставим сюда. На! Вы принимаете меня в свои ряды и даете мне дубинку? Не-не-не-не-не. А, да за что меня? Вот его бей. Его. Вот. А, его надо ударить. Так, куда? Так это ты, а не голем, спер мой тинти. Вот. Да, капец тебе, да я тебя убью за такое. Да, я тебя убью за такое, потому что я так трогаю мой тинти. Надо было ты его... Ты ничего не видел, начальник. За решетку надо было его. Ой, господи, меня бесит эти штаны. Вот, наручники еще есть. А это что такое? Наручники. А, да я знаю, как этим управляться. Надо, короче, нажать, да? Куда? Отпускай! О, спасибо, начальника. Больше так не делай. Я лучше не буду брать эту штуку, она слишком опасная. Вот эта дубинка мне понравилась больше. О, у меня есть клонер. Сейчас покажу, начальник, смотрите, видите? Одна дубинка. Сейчас. Чего? Она может клонировать мою супердубинку? Ага, это, мне кажется, нарушение правил. Но нет, я ей помогаю. Смотрите, была одна дубинка, стала две дубинки. Забирайте, начальник, а теперь у меня тоже есть дубинка, и я в ваших рядах. У-ху, карать всех и вся! Так, ей нужно переодеться в этого. Куда она курицу бьет-то? А чё ничего не выпало? Не понял. Потому что курица не нарушитель. Так, все, мы идем дальше. И вообще, Фласке нужно заплатить ее первую зарплату. И не важно, что она эти деньги мне давала. О, а за что? Я ударила курицу, мне дали деньги. Ну-ка, курочка, нет. То, что я тебя это самое. Не так. Это не так работает. Да нет. Вот свинью можно. Свинья по-любому нарушитель. Вот, на. А где деньги? Или вы теперь хотите, чтобы я свинку это самое? О, съела торт. Свинья съела торт. КФТМ. Ага, только свинья торт съела. Это крыса. Ой, случайно вышла, никто ничего не видел. Гони налоги. О, налоги, деньги дали. Кто еще мне должен налоги? Да все, хватит. Налоги! Я не знаю, как вышло. Вот ее теперь нельзя бить. Видишь, от нее отлетают что... Да нет! Не работает. Почему? Глупая Фласка. Все, нужно доделать ее дом хотя бы. Потому что, ну что это? Это недоделанный дом получается. Сейчас, нужно... Можно, кстати, ей показать, что можно из овечек что-нибудь выбить. Давай, смотри, берешь. Ты меня сюда посадил, типа я животное? Не-не-не-не-не-не-не. Смотри. Опа! Ой-ой-ой! Вот лопата выпала. Я случайно. Сейчас. Моя овечка. Сейчас исправлю. Вот, несу. Сейчас будет много овечек. Во. О, я понял. Ты вначале решил одну бахнуть, а потом сделать так, чтобы у меня была куча овечек, да? Да. Именно так. Я не хотел выбивать из нее... Мы что, в Китае, что ли? Почему в Китае? Чего? Что она хочет от меня? Куда она показывает? А если тебя что-нибудь выпадет? На! Да не выпадет, нет! О, деньги появились в руке. Деньги. О, я, конечно, не продажная женщина, но за деньги, да. Привет. Пойду спать, что у меня голова разболелась. Тяжелый случай. Тут, кстати, есть много жителей, из которых можно всякого повыбивать и принести фласки. Я думаю, она будет рада. Так, подожди. Опа, из тебя кирочка выпала. А из тебя что? Еще одна кирочка алмазная. Вы издеваетесь? Есть алмазы. Во-во-во, вот это мне уже нравится. Фласка точно будет рада. Так, а еще, одна. Серьезно, у меня три алмазных кирки. Опа. О! Вот это я понимаю, доброе утро. Во-во-во.
На-на-на-на-на! Не понял, так кто сегодня... Слышь? А кто на кого работает? Я не понимаю, почему мне все налоги с деревни? Не понял? А, да это подарок. Все, это, шуруй домой давай. Дядя, так кто кому служит? Я таки не понял. Я твой шеф? Нет. Нет? А зачем тогда ты мне все это дал? У меня деньги. Тебе вещи, мне деньги. Деньги? А, ты типа дашь денег, если я дам Кирку, на. Давай. Чё? Да куда? Это чё? Это похоже на развод какой-то. Деньги собирай. Не понял. Чё за... Вы противостоите закону. Вы не хотите отдавать мне деньги, хотя взяли мои Кирочки. Я их отдал вообще-то. Подозрительно! Ладно. Еще более подозрительно. Почему после фразы «подозрительно» ты решил все-таки дать мне то, что я забираю? Все, я ухожу. Короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Куда побежал? Не понял. Скретчи? Ну а с вами были Флашечка и Скретч. Всем удачи и всем пока. С чего она взяла? Вот, на наручники. Скретч, это ты? Ты мне, если да. Давайте кивнем «да», что она скажет? Так и знала, жопа сутулая. Пойдем, мы должны пройти Майнкрафт. Уже какой выпуск пытаемся? А вдруг это шутка была? Я же это... Смотрите, как улыбаюсь. Да.